Всем привет, ребята! Вы на канале «Путешествия по играм». Сегодня я увидел, что под моим видео по Brawl Stars уже очень много просмотров, так что я решила выпустить новое видео. И сегодня я решил поиграть в игру Stickman Fight 2. Я здесь уже... К удивлению, я уже здесь тоже... У меня много оружек всяких. И самое прикольное, что у меня есть миниган. Он, конечно, первого уровня, но... Сейчас я его испробую. Потому что я первый раз вот с ним играю. Сейчас вот... У меня руки трясутся. Играю за миниган прям в начале игры. Вот эта карта мне не очень нравится, потому что здесь много колючек и это. Но все равно. Кстати, тот, кто знает игру Stickman Fight, поймет, что здесь делать, поймет, кто я из этих человечков. Ну, если кто-то не понимает, если что, я красный. Пока что все идет у меня нормально. И, я попытаюсь сегодня апнуть 75 или 76, смотря за сколько времени это затянется, И если у меня хватит только до 75-го, то я только до 75-го. Если нормально еще, если можно еще немножко поиграть. Ай-яй-яй. Если можно еще немножко поиграть, я буду играть, потому что все ради вас я очень хочу. Ну, я. Это вообще неожиданно, что я вообще начинающий ютубер. Это для меня неожиданно, что так быстро у меня уже набираются просмотры, подписчики, лайки. У меня уже 4 лайка на моем видео по Brawl Stars. Вам кажется, что это да, просто так. Для меня это очень хорошо. Это мне нравится. Почему я сразу умер? Ладно, давай я использую 1000, потому что я еще немного я апну 75. Я не хочу заново начинать. Оп, у меня 81 тысяча. Ну и понятно. Я, если что, в этой игре не донатер. Не спрашивайте, откуда у меня 85 тысяч. Если вы знаете хорошо игру Stickman Fight 2, то вы знаете, что в конце боя, когда я апаю, новый левел, там, типа, спрашивается, ты получаешь 10, 8 тысяч, 6 тысяч. И потом у тебя спрашивается, вот, видите, можно за рекламу здесь получить. Я получила 11 тысяч, здесь можно за рекламу 81 тысяча. Так, давай я просмотрю быстренько рекламу. Для вас это будет просто секунда. Так, ну все, я получил 80 дополнительных тысяч, но я забыл, я могу сейчас вложить миниган, но я прокакал эту возможность. Ладно, я, наверное, все-таки я апну 75-й левел, и потом уже видео закончится, потому что вы понимаете сами, у меня... Я начинающий ютубер, у меня не так много денег на видео, потому что это всего лишь мое третье видео. И у меня оборудование, у меня даже оборудования нет, у меня всякие приложения, что они бесплатные, и телефон у меня не очень. Так что у меня видео хватает на 5-6 минут. Ну, как бы, я делаю все то, что могу. И из-за этого, кстати, только из-за этого я
по Бравл Старсу у меня видео выключилось только поэтому, потому что у меня телефон не самый сильный. У меня с помощью этих... Я вообще могу снимать видео просто с помощью тех приложений, которые у меня есть в телефоне. Кому не нравится, что я так много разговариваю, пишите в комментариях. Я стану поменьше разговаривать. А пока что я уже апнул, у меня 74-й левел, и уже 74-й левел с половиной. Скоро я уже апну 75-й и, наверное, закончу видео, потому что, простите, конечно, что одно видео там по 5 минут идет, я просто больше не могу, у меня телефон не выдерживает, простите. Я делаю все, что могу. А пока что, наверное, сейчас у меня будет 75-й левел, сейчас у меня он будет. Потом я просмотрю еще одну рекламку. Вы это, конечно, не заметите. Для вас это пройдет секундой, потому что... И потом, после этого у меня уже будет... Я, конечно, не математик, но если я опять получу 80 тысяч, то получается у меня будет 250 тысяч. Если 100 плюс 100, 200, и потом еще плюс... Подожди, 120 плюс 120, это получается 240. Так что 240 получается... Я не смогу купить себе два раза, я не смогу два раза улучшить миниган, потому что там цены улучшаются. Что? Почему я получаю 60 тысяч? Ладно, сейчас посмотрю рекламу. Так, все, рекламу я посмотрел. И сейчас я куплю себе, улучшу себе, сейчас только награды возьму. И сейчас я себе улучшу Мэниган, я не знаю, как это по-английски. Я улучшаю его. О, теперь у меня, у меня теперь 350 патронов на минигане. И дамаг побольше немножко. Следующее улучшение стоит 150 тысяч, а у меня 130. Так что 20 тысяч, и у меня в кармане третий левел на минигане. Миниган по-английски написано. Так, давай я уже буду заканчивать. Всем пока, ребята. Пишите комментарии, мне новые идеи. Я буду в них играть. Игры. Скажите мне хоть какую-то игру, и я в них буду играть. Всем пока-пока, вы были на канале «Путешествия по играм». Ждите новых роликов.